Выявляют брошенный транспорт специальные рейдовые группы, сообщают в мэрию о таких машинах и сами горожане. На то, чтобы привести машину в надлежащее состояние, либо утилизовать ее, собственнику дают 2 недели. В противном случае автомобиль отвозят на спецстоянку. При этом владельцу грозит судебное разбирательство и штраф за административное правонарушение. Выписывается предписание, оставленное на данных машинах, о перемещении, либо приведении в надлежащее состояние. Это подкачка колес, это замена лобовых стекол, которые в основном разбиты, чтобы данный автомобиль не был визуально похож на брошенный автомобиль. Только в центральном районе курорта с начала года выявлено порядка 200 брошенных машин. Многие автовладельцы предпочли не доводить ситуацию до крайностей. Однако 30 автомобилей, хозяева которых проигнорировали предписание властей, теперь вывозят на спецстоянку. И, как отмечают в мэрии, борьба с автохламом продолжится во всех районах города.